Так, всем доброго утреца. У нас оно начинается в таком оазисе. Погодка шепчет. Там даже голубые облачка, видите, со стороны моря подзатянуто, но тепло. Тепло и хорошо. Сейчас начинаем. Что тут у нас, а? Кто был такой грязный, а кто станет чистым? Это мы. Пушенция, короче говоря, готова, а? Что за пушечка? Ну просто что-то дикое, дикое. Добрый вечер. Академия на месте. Так, ребятки, я здесь решил поужинать в Лалуна. Все по классике, греческий, шипящая сковородка. Место это называется Лалуна. И если вы в Сочи и хотите вкусно поесть, то вам обязательно сюда. Это не реклама, это просто личный выбор. Реально топ. Готовые продукты, ингредиенты, поджарочка, все, маслица. Их потом высушим, чтобы они...